Ты совершенно уверен, что справишься? Конечно. Иначе бы я за это дело не взялся. Просто как пирог. Кстати говоря, у меня тут есть одно дельце. Да, например, следить за домом полным зверей. Ах, да, конечно, я именно о них и говорил. Не бойся. Поезжай на свое мероприятие в Кристальной Империи. У меня все под контролем. Быстрее, Искорка! Мы опаздываем на поезд. Билеты. Это будет незабываемо. Принцесса Каден сказала, что кристальные пони очень взволнованы. Ага, еще бы, как не волноваться. Они ждут эквестрийские игры. Это же крупнейшее соревнование в Эквестрии. А в Клаудсдейле никогда не проводили игры? Нет. Однажды мы хотели провести игры, но не вышло. Никогда не забуду, как мы получили отказ. Эквестрийские игры примет город Филадельфия. Нет! Кристальные пони потеряли 1000 лет из-за злого короля. С них довольно плохих новостей. Мы не допустим, чтобы отказ принес им новые страдания. Именно. Принцесса Каденс рассчитывает на то, что мы сможем убедить инспектора игр выбрать Кристальную Империю. И мы ее не подведем. Не так ли? Нет! Что? Я просто ответила на вопросы Искорки. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Еще раз, с самого начала. А я думала, что все идеально. Но мы повторили уже 12 раз. Все готово. Каден сказала, что визит инспектора заставляет всех нервничать. Шанса исправить ошибку не будет. И нам нужно отрепетировать танец. Здесь, в поезде. Вы все слышали? Шевелите копытами. 1, 2, 3, 4. Кристальная империя, берегите копыта при выходе из вагона. Надо было беречь их до выхода из вагона. Ух ты! Кристальная империя стала еще кристальнее! Наверное, каждая пони в империи наводит порядок. Вот почему нас попросили встретить такого важного гостя. А еще, наверное, потому что мы лучшие в этом. Принцесса была права. Эти пони полны энтузиазма. Да, я помню, каково это. Но еще лучше я запомнила сокрушительное разочарование, когда надежды оказались разбитыми. Об этом я и говорю. Этого я не хочу видеть. Ого! Мы на месте. Мои друзья! Солнце светит, веселье! Потом постучи копытом, покрути хвостом! О, да! Какая красота! Прошу, расступитесь, мне нужен воздух! Чувствуйте себя как дома. Для членов комитета все бесплатно. Смотрите, там грязевая ванна из кристаллов расслабляет тело и увлажняет кожу. Понимаю, это может показаться странным, но вы просто попробуйте, и я уверена, что вам это понравится. Пинки, нет! Ай, блаженство! Пинки Пай, честное слово. Прошу, веселитесь, пока мне делают прическу для торжества. Прическа?
Для торжества? Для встречи с важными гостями правители Кристальной Империи издавна особым образом вплетают в гривы кристаллы. Инспектор игр тщательно готовится к визиту. Она ожидает, что и мое убранство будет соответствовать важности встречи. Принцесса, если позволите, у меня для вас две новости. Первая, у вашего парикмахера грипп, и она не может заняться вашей гривой из опасения заразить вас. О, жаль. Надеюсь, она скоро поправится. Кто-нибудь из присутствующих здесь разбирается в прическах такого рода? Нет, я не пробовала. Нет, я не умею. Ладно, это незначительная деталь. Нет! Вы хотите провести здесь эквестрийские игры? В таком деле не бывает мелочей. Радуга. Полагаю, я могла бы попробовать. О, Рарити, ты согласна мне помочь? Отлично, Рарити! К счастью, у меня имеется полная точная инструкция. Надо же! Ты уверена, что справишься? Шанс поработать над королевской прической по такому случаю выпадает раз в жизни. Сделаю все возможное. Видишь, все хорошо. Кроме того, инспектор приедет через несколько часов. У меня хватит времени, чтобы во всем этом разобраться. Рарити, это чудесно! Ты сказала, что у тебя два сообщения. Да, верно. Инспектор игр, миссис Ржануэль, прибудет следующим поездом. А! Что? Почему ты ей сразу не сказала? Осталось всего 15 минут. Когда Каденс будет готова? Я подумаю, что можно ускорить. Приведешь ее в замок к нашему возвращению? Да. Мы справимся. Внимание, ищем пони, у которой чемодан с цветочным орнаментом. Ложки, вилки, пудинг в морозилке. Мы приведем инспектора в замок, затем наш дружный комитет представит номер, и тогда... Разморозим пудинг, чтобы все дружно смогли его съесть. Не обращайте внимания. Имейте в виду, что раннее прибытие инспектора может быть частью ее особого плана. О чем ты? Ты сама сказала, она любит заставлять всех нервничать. Проверяет, выдержат ли они такое напряжение, которое ждет организаторов игр. О нет, мы все испортим. Нет, но нам нужно быть всегда на шаг впереди и не поддаваться панике. Всегда нужно помнить, что ее уловки – проверка для нас. Подыгрывайте ей. Извините, мэм! Да, в чем дело? О, нет! Спокойно. Я знаю, что вы нас не ждали, но мы лично хотим вас поприветствовать в Кристальной Империи. И вы за этим пришли всем табуном? Ну, на самом деле... Да! Что ж, замечательно! Это вам не ерунда! Но в этом не было никакой необходимости. Я к такому не привыкла. Принцесса настаивала именно на этом. Принцесса? Принцесса Каденс? Все верно. Ух, разрази меня гром, вот это да! Становится все лучше и лучше. Позвольте взять ваш багаж. Да, я не против. О, цветочный орнамент. Простите. Сначала вы увидите замок и наше зажигательное акробатическое приветствие. Замок? Вы шутите? Разбудите меня! Вот видите, потянем время, пока не появится принцесса, и все будет хорошо. Итак, как твои успехи? Ой, простите, это же так сложно. Я все исправлю. Исправишь? Ну, я решила, что в такой ситуации шаг 12 можно пропустить. Но я ошиблась. Потрясающе! Кристальный замок! Я видела его на картинках, но не думала, что увижу своими глазами! Изнутри! Надо же, а
она такая милая. Ей удалось внушить тебе чувство ложной безопасности. Не попадайся. Это часть игры. О, я так взволнована. Не угодно ли вам присесть? Вы не против, если я погуляю снаружи? Знаете, в поездах так устаешь, мне нужно размяться. О, да, мы были готовы начать. О, ничего страшного, прошу вас, начинайте, я слушаю. Наверное, она хотела проверить, справимся ли мы с такой сложной ситуацией. Думаю, она довольна. Да! Мы хотели поблагодарить вас за возможность представить вам это чудесное королевство. Что вы? Спасибо вам! А поскольку мы тоже гости, кто сможет показать вам все гостеприимство этой страны лучше нас? 1, 2, 3, 4, скажите, где всего чудесней? 4, 3, 2, 1, куда мы приезжаем с песней? 1, 2, 3, 4, куда мы все всегда стремимся? 4, 3, 2, 1, Кристальной империи мы гордимся! Я повидала многое, но никогда и нигде меня не принимали таким чудесным образом, как вы сегодня. Это замечательно. Принцесса Каденс будет так рада это слышать. Если честно, я удивлена, что она вообще обо мне знает. Ну, разумеется, знает. Она ждала вашего визита несколько недель. Как здорово! Она здесь? Куда она пропала? Кажется, она должна была уже прийти. Это не страшно. Может, я пока немного прогуляюсь снаружи? Или, если хотите, мы можем показать вам замок. Так вы проведете время с пользой и заодно разомнетесь. О, тур по кристальному замку. Да, мне бы очень хотелось. Радуга, мы сами ничего здесь не знаем. Еще одна проверка. Нужно подыграть, помнишь? О, давайте я все покажу. Не смогу, смогу. Можно? Ой, ладно, начинайте экскурсию, а я узнаю, чем занята Каденс. Привет. Первое приветствие за весь день. Что ты здесь делаешь? Мы закончили выступление нашего комитета. Пора представить миссис Ржаноэль. Нет! Принцесса Каденс не готова. У нас возникли кое-какие проблемы. Мне нужно увидеть принцессу. Нельзя! Невозможно! Мы нанесли на гриву маску, и все должно пройти идеально, иначе все потеряно! Перестань! Что, все так плохо? Представь, ее грива превратилась в дикобраза. Умоляю, я могу все исправить, но вы должны выиграть для меня время! Иначе нельзя! Здесь вы видите? Это у нас большая круглая комната, известная своей круглотой и размером. Я уже говорила, что она круглая. Кажется, это ротонда. Маленькая, тесная ротонда. Хорошо, но она же круглая, верно? Тише, Пинки, будь осторожна. У нее хорошее настроение, постараемся его не испортить. Знаете, я люблю такую архитектуру. Чувствуется неоготический стиль, да? Эй, смотрите! Ты как раз вовремя. Но где Каденс? Скажи, что она идет за тобой. Возникла небольшая проблема с прической. А как здесь дела? Прыг-прыг-прыг-прыг! Не хочу жаловаться, но я немного устала стоять на одном месте. А? Ей уже скучно, но нужно выиграть время для Рарити. Узнаю, не поможет ли Шайнин Армор. Может быть, кто-то другой пока возьмет это на себя. Я займусь. Хотите хорошо размяться, да? Что ж, уверена, мы устроим вам то, что нужно. Отправимся в спортивный зал замка. Экскурсия продолжится... здесь. И мы идем еще дальше. Искорка. Привет, Шайнинг Армор.
Нужна твоя помощь. Все в порядке? Я оставила других пони с инспектором игр. Они проводят худшую экскурсию в мире. Давайте, ребята, перейдем на галоп или поплетемся рысью. Экскурсия? Уверен, что я могу тебе с этим помочь. Вперед, вперед, вперед! Уверен, все будет хорошо. Знаю, я не переживаю. Я не волнуюсь. Сработало! Я на улице! Как же приятно прогуляться! Что такое? Оказывается, в Кристальном замке нет спортзала! Осторожно! Все, хватит! Стой! Это инспектор игр! Пусть делает, что хочет! Мои копыта! Я на улице! Почему она это делает? Я не знаю! Может быть, поэтому именно она, а не мы с вами решаем, кто проводит игры! Вытащите меня отсюда! Берегись! Так, да, ее пора остановить. Интересно, куда же она так спешит? Почти! Почти! Кажется, поймала! Хорошая пробежка отлично помогает размять все мышцы. Привет, Ягоза! Эти широкие просторы напоминают мне мой дом. Здорово! О, вижу, вам все нравится. О, я так рада! О, конечно, да! Я обожаю путешествовать по таким местам. У вас здесь так красиво, да? Большое спасибо. Я Шайни Нармор. О, принц! Что происходит? Похоже, следующие игры пройдут в Кристальной Империи. Ничего особенного. Ну надо же, никогда не встречала принцев. Я думал, при вашей работе вы постоянно встречаете принцев. Что вы? Я просто обычный мустанг из Мустанджии. Приехала, чтобы отдохнуть. Не думала, что встреча настоящего аристократа. Вы ведь миссис Рженуэль, инспектор эквестрийских игр, не так ли? Какой еще инспектор? Мы ошиблись! Это не она! Нет! То есть... Да! Прошу, будь на месте! Пожалуйста, пожалуйста! Где-то здесь должна быть еще одна пони с таким же чемоданом. Вот только ее нет! Нужно ее найти, пока Каденс не узнала об этом. Так, вот что мы сделаем. Разделим всю империю на 5 участков. Каждый возьмет по участку. Но кроме салона. Какой смысл искать в салоне? Ведь там сейчас Каденс. И если миссис Ржануль там, ну тогда все кончено. Каждый город империи хочет провести эквестрийские игры. И вот, мне приходится слушать их песни и смотреть на их танцы, хотя, конечно же, я не вижу реальной картины. Ох, неужели? А я отлично провожу здесь время. Даже подумываю остаться на недельку. Понятно. И что же сделало ваш визит таким особенным? С чего же начать? Я ее вижу. Повезло. Кажется, они еще не поняли, что находятся в одном месте. Отличные новости! Вот, принцесса Каденс еще прекраснее! Принцесса Каденс? Так вот, где вы прятались! Должна сообщить, что это худший прием за все годы моей работы! Я не могу поверить, что же сегодня пошло не так? Его просто не было! Что происходит? Принцесса, мы встретили не ту пони, а инспектора оставили на вокзале и... Совершенно все испортили. Кому булочку? В детстве я так мечтала, чтобы эквестрийские игры прошли в Клаудсдейле, но этого не произошло.
И я решила, что смогу загладить это разочарование, помогая Кристальной Империи стать столицей игр. Но, кажется, наоборот, я лишила вас шанса. Не так быстро, Ягоза. Я только что выслушала рассказ этой пони о самом теплом, веселом и великолепном приеме в ее жизни. Это точно! И прием для нее устроили эти 5 пони. И это, по моему экспертному мнению, первая непреукрашенная, неоспоримая и непредвзятая оценка будущей столицы Эквестрийских игр. А это значит, что... Следующая столица Эквестрийских игр – Кристальная Империя! Получилось! Поздравляю, Кристальные пони! Знаете, приятно помогать другим получать то, о чем ты мечтала, но так и не получила. Как будто твоя мечта осуществилась. Ну, почти. Мы все равно сможем приехать сюда и посмотреть игры, когда они начнутся. Ты права. Будет здорово! Все на борт! Жалко, что Спайк все пропустил. Ему бы здесь понравилось. Уверена, он не скучал дома, присматривая за нашими питомцами. Думаешь, он со всеми справился? Если сохраняет спокойствие, то, готова поспорить, он справляется. Вы это слышали?